16 молодых поэтов приняли участие в поэтическом конкурсе «Ломоносовы Кубани». Зрителей впечатлило выступление самого молодого участника Эдварда Карапетяна. Он как будто прочувствовал всю необыкновенность поэмы Сергея Есенина «Черный человек» и вжился в роль. Литература – это как бы часть общества, часть молодежи, которые, возможно, просто неинтересна литература. У нас сейчас в городе, на муниципалитете, при помощи молодежного совета при главе муниципального образования города курорта Анапа проводится мероприятие, проводится, так сказать, пропаганда литературы, чтобы молодежь начала читать, потому что литература действительно круто. Тот, кто читает, он всегда будет умным, всегда будет позитивным, будет смотреть с другой стороны на этот мир. Оценивал участников анапский поэт и писатель Сергей Левин. Победителем в конкурсе стала студентка анапского филиала Московского государственного гуманитарного университета имени Шолохова Алина Синенко. Стихотворение Артура Рембо «В 17 лет серьезность не к лицу» с уст Алины звучало открыто и понятно для всей аудитории. Это безумно волнительно, просто очень большая встряска, но это очень интересно. Я за то, чтобы проводились такие мероприятия почаще. Пожелаем Алине удачи, ведь на следующий тур она едет в краевую столицу.